Всем-всем-всем, сальнямчики, братанчики, принцессочки, всем большой салям, с вами ваш кумыс, как говорится, здесь, а тут они томится, лайк прожал, кумыс, я руку пожал, волду тут, волды поймут, волга-волга на 80к. Ребят, не забываем подписываться на канал, прожимать лайкосики и колокольчики. Всем здравствуйте. Я вам, ребят, показывал видео, как закупиться на 500 тысяч и прокачаться в соло. Я вам показывал видео, как закупиться в сквадах и как прокачаться в сквадах. Но я вам никогда не показывал видео, как можно закупиться на 500 тысяч в дуо и как быстренько прокачаться в новом 11 сезоне, который мы с вами, ребята, ждем. Обязательно посмотрите и напишите комментарии, может у вас есть какие-то, может у вас есть какая-то своя версия, как можно лучше в дуо показать. Естественно, моим напарником будет у меня, ребята, арбуз. Сейчас перейдем в лобби. Представим, что нам выдали по 500 тысяч. И самый первый шаг, который, ребят, вам нужно сделать, это, естественно, прокрутить черный рынок. У вас будет шанс 7 раз прокрутить бесплатный черный рынок. Если вам падает улучшенная МКшка, прям без раздумий ее покупайте. Ну, я не буду крутить черный рынок, потому что я его крутил тогда. Я просто куплю сразу черную, улучшенную МКшку. Давай, арбуз, крути пока. Так, я, наверное, сразу 390 тысяч куплю. С первого раза домой. Ой, понимаю, блядь. Извиняюсь за мат. Так, ну, здесь все по стандарту. Вы, в принципе, знаете, что надо покупать. Обязательно МКшка улучшенного качества. Так, 500 тысяч. Я потратил 390 тысяч. У меня осталось 110 тысяч. 110 тысяч осталось. Чё? Чё ты купил? Так, я купил себе еще обвесную МКшку под ствол. А первая броня нам дается первый день. Первый сет. А, первый сет можно. А, первый сет, да. Первая броня, первый сет вам сразу бесплатно дается, это точно. Так, ладно. У меня получается 110 тысяч. 110 тысяч осталось. Сейчас закупим дуло. Возьмем пока. Наверное, возьму все зеленого. Все отремонтировано. Так, это у меня 4 тысячи. Так, магазин хочется взять синий, конечно. Давайте возьмем синий. 4 плюс 4, 18, пусть будет 20, буду округлять. И приклад возьмем тоже улучшенный. 20 плюс 12, там 18 плюс 12, 30. Даже округлять не нужно было. 110 тысяч минус 30. Это у нас осталось 80 тысяч. Берем первый сет. Вам еще не забывать, что первый сет шлема броня выдается бесплатно, ребят. Ну, я все равно куплю 8 тысяч. 8 тысяч и броню возьму за 8 тысяч. 16 тысяч. На 16 тысяч мы закупились. 16 тысяч минус 80. Осталось у нас сколько? 16 минус 80. 66. 66. И уже все остальное мы закупим. 66 тысяч, и нам надо взять патроны семерочки. На 60 возьмем сразу на 10 тысяч ржавых, чтобы ботов закрывать. Осталось у меня 56 тысяч. На 30 тысяч возьмем 200 патронов, осталось 26 тысяч. И разрыв буквально возьмем на 20 тысяч, наверное. Хотя я могу взять на 20... 5050 разрыв. Все, больше нам ничего не надо. Вот такой вот, ребят, у вас будет примерно выглядеть лут. Естественно, первая игра у нас будет Дербус. На какой карте? На первой. А, да. Сука, на второй карте. Все, хорошо. Не забывайте, ребята, обязательно сворачивать в дуо против скадов, но еще имейте в виду, что мы играем в конце 11 сезона, и нам будет сложнее, против нас будут играть шестерки, а вам будет чуть полегче, против вас будут играть те же самые голые люди, или люди не до конца еще прокачавшиеся, если вы начнете 11 сезон прям с самого начала. Ну что, поехали, попытаемся сейчас в дуо прокачаться, покажу вам две каточки. Надеюсь, у нас все хорошо выйдет. Бля, ну мы сейчас будем страдать, страдать. Против шестерочек, да. Потеем. Скажешь, когда заходить? Так, я захожу. Ну, мы на второй карте. ХЗ на второй карте, я думаю. Ой, кто последний, тот лох. Вот это нам фартануло, слышь. Как раз таки наоборот, мы со вторых картах больше шестерок, так как вещи тут не теряются, тут играют в основном новички. И что, думаешь, они в тёмку пойдут? Все возможно. Хотя последний день, может быть, пойдут по файтам. Сейчас подожмемся. Короче, надо как-то тёмку лутать. Кто-то будет один чекать.
Кто-то будет лутать. Че, будешь чекать? Я буду лутать тогда пока. Да, давай, давай. Давай так сделаем, сразу поделимся. Есть еще преимущество в дуо, что вы в соло играете, ребята, вы можете в соло отыгрывать, и, естественно, вы не можете понять, кто к вам идет. А когда вы идете в дуо, вы должны играть сообща и при этом друг друга обязательно прикрывать. То есть сейчас мы пойдем лутать Тёмочку. Я пока буду лутать Тёмочку, а он будет просто чекать, идут к нам люди или нет. Вот, ребята, огромное преимущество в этом плане. Но есть еще там пару шагов, я потом расскажу, что да как еще. Так, вот. Очень сильно нам повезло, ребята. Давай быстрее. Бегу. Заряжу разрывные, если шестерки пойдут. Подстволки забыл, ё-моё. Так, сейчас, ребята, настроим экранчик. Чё, он подбер? Угу. Кстати, сам огонёк. Полетели на метели. Давай я начну тут лутаться. Ребят, есть еще один прикол. Вы можете рюкзак не покупать, потому что ботов всегда будет рюкзак. Поэтому, ребята, я рюкзак не покупаю. Надо аптеки, кстати, взять. Так, отлично. Фулл сет второй поднял. Так, а где я аптеки-то видел? Опа, на станции стрельба. Ну что, идем принимать, я тогда иду к тебе. На ту сторону перепрыгни. Ну, я тут вас тут. Так, что у нас люди? Так, ну пока, не поисишь. Бля, вон где идиот разрывными стреляю. Мажор. Угу. Короче, услышь, я пока постреляю, скажешь, когда придут, я сразу стану сюда. Хорошо. Так, вот так и работаем, ребята, в дуо. Чё это объяснило? Похоже, я беру, я видео записываю. Фу, чуть от ботов, ребят, не отлетел. Так, вроде всех закрыли. Ебой, под стволочкой есть. Надо захиляться. Пока лутаемся, ребята. А пока мы лутаемся, ребята, вы никуда не уходите. Напишите, что вы ждете от 11 сезона в комментариях, а я пока вам включу музыку, пока к нам люди не подошли. 3, 2, 1, пау!
ребята, как послушали, музыка зашла, написали, что ждете от 11 сезона, и какие у вас цели будут в 11 сезоне, тоже отпишите в комментариях. Мы сейчас залутали Тёмочку на второй карте, у меня получается 280 тысяч, не знаю, сколько там у арбуза. Поменьше. Значит, у меня получше Тёмочка, КЗшка хотел сказать. И сейчас мы должны закупиться на 150 тысяч, чтобы нам хватило... А, получается, можно, знаешь, высший обвес. Mm. На подсолк высший, да, обвес. Да, если будет чуть-чуть не хватать, то сможешь докупить пистолетом. Так, и сейчас попытаемся уже прокачаться на третьей карте. Но, ребята, мы сейчас вам покажем, как можно это сделать. В дуо спокойно залутаться и при этом не рисковать. Сейчас еще мы не добьем. Хорош! Вот здесь там. Вот тут. Хорош, блядь! Что они тут делают? Я вот-вот говорю. А я уже рассказываю, как можно третью карту пойти. Ёптать! Вот такие бички на второй карте могут быть. Того плюс 25 тысяч раз. А где второй? Там, за дальше. Вот там. Watch out! Вот это сюрприз, мазафаки. Вот теперь поэтому не нужно отвлекаться, расслабляться. Чуть кумыс не был наказан. Чем подвер? Подожди, я быстро бинтуюсь. Может, бота по дороге хлопать? О, тут раскладку можно забрать. Раскинь. Еще минута, и появится вас. Так, успеем его закрыть или нет? Когда я пойду заберу патрон, у меня 59 патронов осталось. Я тебя могу скинуть. Давай, давай. Есть начищенные и есть такие патроны. Так. Постараемся хлопнуть босса и убежать. Давайте зачем спать на школе. Да. А думаешь, на там босс жив? Или там люди? Ну, слишком тихо, чтобы там были люди. Это возможно. Там может прячься. Мараки. Ой, не, пошли на выход лучше. Пойдем через этот, зайдем. Тишков. Да, думаешь, там босса убили или нет? Ну, может, нет. А хотя, я думаю, эти типы его убили и прибежали сюда. А у них что не было на себе? Ну, вроде у одного типа висело два оружия, а у второго ничего. Был пу... А, как раз был пулемет. У одного из них, который падает. Да, там, когда забираешь, да, блядь, босса, там хотя бы четвертый сет есть, падает с него. А, ну это на третьей карте, тихо. И не сюда. Не-не-не, не убивали. Нам повезло, походу. А, ящики открыли. А, тут сейчас, может, повезет нам. Грусть, печаль, разочарование. Эх, ух, их, ах, вон они его закрыли. А, вон, да. Ветер отметил. Ну чё, идем на выход? У нас денег хватит, как ты думаешь? Думаю, да, вполне нужно. Даже на патроны останется. На 150 тысяч нам выкладку сделать хватит? Ну у тебя уже сейчас 110 примерно. 40 нас сделаешь еще дополнительно. Ну это под ствол, обвесы и остальное на закуп. В принципе, да. Ну вот, ребята, просто первая каточка, голыми идете сразу, покупаете улучшенную МКшку, идете на... вторую карту, поднимайте бабки, в дуо даже, наверное, будет полегче, быстрее подняться, чтобы у каждого выкладка была по 150к. Но самое следующее, самое сложное, это будет у нас на третьей карте, а пока мы бежим на выход, я вам включу еще раз музыку, ребят. Не забывайте подписываться, прожимать лайкосики и колокольчики. И напишите плюс в комментариях, кто ждет 11 сезон. 3, 2, 1, бам!
Ну чё, пока вы, ребята, послушали музыку, вот у нас такое вышло, я даже поднял мутант, еще где-то под толочку фиолетовую нашел, кстати. Ну сейчас попытаемся закупиться. Получается, у меня оставалось... А, я на все закупился, у меня было ноль. Все это дело мы продаем. Осталось у нас, ребята, плюс 132 тысячи. Выкладка у меня 137. Нам надо выкладку сделать на 100. Извиняюсь. На 150. Я, наверное, постараюсь купить сюда ПНВшку. Берем ПНВшечку. Так, взял ПНВшку. У меня сейчас выкладка сколько? 146. Блин. Что еще взять? Обвес 6. Броню попробую купить. Обвес броню. Давайте возьмем обвес на броню. 132. Купил ПНВшку я за 46, да? Сколько она стоит? 48. А за, ну, за 50. Еще осталось у меня, ребята, 132 минус 50, 82 тысячи. За 82 тысячи купим какую-нибудь улучшенную ниточку. Вот, поставим ее. Выкладка 150к. За сколько я нитку купил, забыл? Так, где-то 40 же. Да, 50 тысяч осталось. Но у нас, не забываем, осталась раскладочка. И осталось у нас еще 30 тысяч. Пусть будет 50, 30 тысяч осталось. Да, так и осталось. Надо брать, ребят, сразу побольше бустов. Побольше патронов. Семерок возьмем мы, наверное, уже начищенных. 32 тысячи у нас осталось. Закупим мы патронов. Блин. Придется брать этих, ну, на 10 тысяч. 400. Так, осталось 22 тысячи. И набираем, ребят, так, как можно больше бустов. На 22 тысячи бустов. Они все влезут, я надеюсь. Даже, блин, я думаю, штук 30 бустов хватит. Давайте сначала возьмем на 10 тысяч бустов. Объясню, почему столько бустов я беру. Взял на 10 тысяч бустов. Вот так вот, вот так вот. Но бусты мне в рюкзак не влазят. Ёкарный бабай. Сейчас патроны поделим. Вот теперь влезли. Все. Закинь некоторую часть в сейф. Да, все нормально. Берем аптеки, бинты, патроны вот примерно и хаешка. Многого не надо. Теперь ставим третью карту. Теперь начинается мясо. Ты тоже взял много бустов? Так, я взял вместо этого по гранате. А что, не стал эти брать, как его? Таблетки. Так, ну 6 энергетиков я взял с собой. Маловато. А тебе на таблетки не хватает денег? Все уже? Так, на таблетки... Таблетки, да, мне не хватает. А, ну все, поехали, пошлите. Третья карта, ребят. Вот в таком... Вот в таком составе мы идем к третьей карте, играем в дуо. Сейчас, ребят, покажу, как можно в дуо очень грамотно залутать КЗшечку и при этом не ошибиться. Да, сейчас нам будет очень сложно. Вы не забывайте, что мы играем в конце, все шестерки, и мы будем бичиками. Но у вас в 11 сезоне будет преимущество. Вас будет против вас играть тоже бичики и слабенькие ребята, которые только начали качаться. Я имею в виду по шмоту, а не по скиллу. Так, у нас школа упала. Подстволок нету. Смотрите, как мы, ребята, будем отыгрывать. Мы сейчас сразу едем. Попытаемся проехать через станцию. Спасибо. Один человек сразу едет по прямой линии, другой едет человек по дуге. Но пока с средствами более-менее нам на самом деле везет. Вот, вот за это спасибо рандому белорусскому. Белорусскому этот такой рофл. Под про танки. Ты застрял. Да все нормально. Надо было рюкзак купить второй уровень, нам может не вместиться ни хрена. Надо рыбовские вместо ремня на первую броню лучше купить под сумок, так как все равно первая броня. Кстати, да, тупой кумыс. Я арбуз. Угу. По ботам не стреляем, сейчас сразу пробегаем. Время не тратим, нам сейчас каждая секунда важна.
Блядь. Так, главное, чтобы на станцию никто не спускался. Сейчас главное, чтобы здесь на прокаточке нас бот не спалил. Бот, не стреляй! Бляха-муха! Быстрее пробегаем. Просто быстро бежим. Так, езжай по прямой линии, я по дуге. Сразу, ребята, берите две вагонетки, если вам повезло с респауном. Сейчас я объясню, почему я это делаю. Когда берете две вагонетки, у вас есть преимущество по времени, вы успеете залутаться. Первое. Второе. Когда вы успеваете залутать одну сторону своего тиммейта, с которым вы играете в дуо, оставьте в дефе, пусть он чекает прямую линию, дает информацию. При этом вы запомните тоже, что бичики же тоже будут пытаться лутаться, правильно? Бичары же тоже они будут пытаться лутаться, естественно, они пойдут по прямой линии. И он с улучшенным кашечкой их спокойно дожмет. Вот в чем весь прикол дуо. То есть один контролит, другой лутает. Так, закроем собачек. Закрывайте сразу всех собак. Так, я слышу, на рожке стреляются. Как только всех собак забайтили, расстреляли, вы можете спокойно, ребята, бежать и лутаться. Все, сейчас постараемся быстро залутать. Интересно, много чего мне выпадет. Это жирные ящики будут или нет? Так, в принципе, я должен успеть за один проход залутать два ящика. У меня 4 ящика. Это плохо. Откуда эти 3 собаки-то появились? Так, ну-ка, что там у нас? Это твое говно, ребята. Тут у нас что? Вы смело, ребята, успеваете залутать 2 ящика, даже когда горит красный, прям не бойтесь. 2 ящика долутывайте и спокойно на выход бежите. Время вам 100% хватит, чтобы восстановиться. Пока там эти типы на рожке пайтятся, мы тут с арбузом лутаемся. Ебой, у меня еще золотой слиток, я даже не заметил. Так, сразу это в сейф закидывайте. Сейчас должно. Еще 2 ящика у нас осталось. Сейчас спокойно должны залутать еще эти 2 ящичка. Там, правда, собачки. Сейчас по собачке прожмем. Блин, не знаю, успею 2 ящика залутать или нет. Что-то очень быстро прибавляется радейка.
По идее, должен успевать, потому что ящики рядом находятся. Да, все нормально. Есть планшетик. Слиток уже, считайте, подняли. 300 тысяч, грубо говоря, с планшетиком. Все, я свою сторону залутал. Сейчас я только добегу до выхода. Я объясню, для чего в дуо второй тип, то есть на котором сидит арбуз, чекает прямую линию. Ой, на рожке ребята файтятся, молодцы, молодцы. Файтятся дольше, файтятся. Так, все, выбрался. Подожди, подожди, сейчас. Подожди, подожди, я твою линию займу. Да. Смотрите, когда вы залутали свою сторону, вы должны просто поменяться местами. То есть сейчас я перебегу на его сторону, и он будет тем временем лутать свои ящики. Сейчас у меня только пройдет зона радиации. И то есть получается, если люди будут на дуге, он услышит выстрелы, но до него, считай, люди не успеют добежать, он успеет там убежать, либо принимать их будет. А в этот момент я буду просто прикрывать его тыл. Просто считайте, залутали свою сторону, пока он вас дефал. Дуга вот здесь, 4 ящика, лутается буквально за 2-3 прохода. То есть спокойно 2-3 раза пробежали, вы залутали, сразу перебегаете на его линию. И он тем временем уже арбуз бежит лутаться. Я даже сейчас ему помогу, немножко собаку покрым сами. И все, просто с ним меняется, видите? Пока он лутает одну сторону, вы его прикрываете. И занимайте для вас удобную любимую позицию. Так, зарядим разрывные патроны. Запускаемся. Еще гостей. Че, сколько? 2 ящика успел залутать? Да. Или 3 еще успеешь? У тебя таблеток нету? Нет. А 3 не успею, там мог собак. И спокойно пока ждете его, контролируете. Если к нему собака бежит, можете его прикрыть. А нет, собак. Бусты нужны? Да, очень даже. Так, на бинты и на бусты. И сейчас, пока он лутает в свою сторону, сколько тебе еще ящиков осталось залутать? Нет, ну еще я смогу, думаю, максимум 2 ящика залутать. Понял. Ну вот и считайте, залутали слиток, 2 планшета, процессор. Это мне обошлось 300 тысяч, я уже поднял чистыми. Плюс еще мы еще библиотеку не залутали. Чего у тебя там за библиотека? Так, на библиотеку я точно не добегу без таблеток, это невозможно. Только если схват играет, тогда можно. Ты 4 или 5 ящиков золотал? Так, я 4 золотая. И все, он сейчас будет возвращаться, тогда ты чекай дугу. У тебя есть бусты еще, можешь мне бусты по дороге скинуть. И попытаемся максимально там полутать библиотеку. Я не знаю, сколько там можно на библиотеке залутать ящиков с 5 бустами. Это что, забустать один ящик и убежать, что ли?
Где ты пятый ящик оставил? Пятый, в этом, курятник наверху. Ну, либо, ребята, если вы понимаете, что вы уже не успеете залутать полностью КЗшку, вы, ребята, можете уже купить оцинковку. Считайте, у меня уже 300 тысяч есть, и я могу себе купить оцинковочку. И уже можно отыграть на оцинковку. Ну, может, ребята, вам повезет. У кого-то там будет много лута. На каком курятнике верхнем? А, все. У кого-то, может быть, там много будет лута. И просто я вам советую купить одну оцинковку на двоих и вначале просто юзать. Одну оцинковочку на двоих. И таким образом спокойно все это можно дело залутать. Да. Вот так вот, ребят, можно спокойно КЗ-шку лутать. Но если вы еще сможете купить таблетки, то таблеточки можно всю КЗ-шку залутать. А таблетка сколько стоит? 12 тысяч или 9 тысяч? Так, по-моему, 24 тысячи. А таблетка, к сожалению, дорогая штучка. Но в любом случае, если у вас хватит 100 тысяч лишних будет, вы сможете купить 4 себе таблетки. За 4 таблетки можно КЗ-шку полностью залутать. Я имею в виду библиотеку. А здесь можно по флангам и не обязательно, так сказать, лутать эту КЗ-шечку. Вообще, я может, выглушу? Да. И когда вы уже, ребята, будете выходить, сразу вам говорю, всегда выходите через дугу. Через прямую линию никогда не выходите, потому что с прямой линии очень тяжело пикаться, стреляться, вас просто примут и закроют. А где у нас выход? А выход у нас, кстати, рядом, можем не рисковать. И еще, ребята, когда только-только начинаете, обязательно юзайте время игры полностью. Почему? Смотрите, у нас выход на верхнем ярде, то есть возле моста выход. И люди, вряд ли вас будут ждать соперники до конца там времени, и они просто убегут. А вы же сами понимаете, если вы залутали КЗ-шку, куда-то бежать, ну, типа, сливаться опасно, тем более в начале, когда вы можете шмот потерять. Поэтому можно просто подождать до 110 секунды с моста, то есть... То есть с моста, ребята, можно спокойно на 110 секунде уходить, и вас никто не успеет даже забрать. То есть им в любом случае нужно будет идти на выход, а вы спокойно подождали и ушли. А мы ждать не будем. Но нас могут ждать. Так. Не торопись. Дымов нету, да, у нас? Да. Я был один, я его потратил, когда люди заходили. Так, у меня есть можно сейчас пробовать накинуть его в комнату. Зацелю лестницу. Давай, зацелю. Закинули? Да. Пошли. Торопись. Так, сейчас все посмотрю. Обязательно прочекайте, ребят, людей. Так, наверсать никого. Рожок. Подожди, кто тебе? А, это... Смотри, Куз, там халява валяется. Где? Точно валяется. Где? На моем месте. Думаешь, там халява? Ну, все возможно. Все, пошли. Пойдем посмотрим. Так, третий портфель. Начищенные патроны. Четвертый портфель. Ну, вон сковородка, жетон. ПМЖ. Ну, ребята, может быть, еще халява, когда вы залутали КЗ-шку, подождали, оп-оп, цепанули третий рюкзак, жетончик, и на выход бежим. Вот так вот можно, ребят, спокойненько в дуо прокачаться, если у вас нету фулл сквада, и у вас есть друг. То есть в начале каточки, в начале сезона 11-го, я думаю, в дуо спокойно можно вкачаться.
шестерочки и просто контролировать. Тем более вы не забывайте, что вначале против вас будут играть люди с таким же имеется в виду лутом. То есть с первым броником, со вторым шлемом, там с третьим рюкзаком. У них никакого лута суперского не будет. То есть вначале будут все там обичами играть, и поэтому в дуо спокойно можете прокачаться, если у вас нету сквада. Просто нужно играть грамотно, прикрывать друг друга, и все будет у вас хорошо. А если вы еще заберете таблеточки, то вы всю казашку спокойно можете золото. Вот так вот, ребята. Показал вам, как можно в дуо спокойно закупиться и прокачаться на третьей карте, ребят. Поэтому обязательно, кстати, напишите, кто отыграл. Обязательно, кстати, напишите, кто отыграл на бета-тесте на дробаше имбали, тот новый дробаш, который выйдет в 11 сезоне. Не забудьте, ребят, подписаться на канал, поделиться с друзьями, прожать лайк, чтобы нагнать актива, потому что 11 сезон будет самый интересный и самый очень интересный. Так что, ребят, сейчас выйдем в лобби. Заметьте, 0 киллов, мы даже не постреляли, спокойно залутались, подождали. Все это дело мы продаем, и у нас выходит уже 400 тысяч. 400 тысяч мы подняли, то есть мы спокойно можем себе купить оцинкованную ткань и на 100 тысяч уже улучшить, допустим, сколько там бронежилет 4 стоит? 120 тысяч. Так, сейчас, сколько стоит броник, так гляну для, ради интереса. Броня 4 уровня стоит 200 тысяч, то есть еще одну казачку сходите, также примите, уже 4 броник себе купите. Но вы не забывайте, что вам там выдадут броню, выдадут шлем, там сколько-то вы ботов убьете. То есть там очень много будет плюшек. Так что, ребят, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайкосики. Если вам нравится такой контент в дуо с арбузом, обязательно отметьте это в комментариях. Если вам такое заходит, буду почаще с арбузом выпускать такой контент именно в дуо. Всем, ребят, спасибо. Всем до встречи. Увидимся с вами в 11 сезоне. Всем рахмет, всем спасибо. Всем пока-пока.